Приветствую сердечно, дорогая дочка, психолог Шейла. Голос Здравствуйте, моя и Казахстан. счастье мое. Привет. Здравствуйте, привет, привет. Я хочу тебе расшифровать, почему все-таки я настаивал, чтобы было написано на вебинаре «Ключевая уверенность». Потому что этот вопрос мне и задавали тоже несколько раз, и ты сейчас вот наверное, хочешь узнать, почему ключевая уверенность? Имеется в виду абсолютная. И имеется в виду, что именно по методу ключа ее можно получить быстро, даже тем, которые не знают вообще, что это такое уверенность. Уверенность – это такое состояние, когда ты даже мысли не моги сомневаться, настолько ты уверен. Это управлять таким внутренним состоянием глубочайшей свободы перед решением какого-то вопроса. Но в данном случае речь идет, как освободиться от чувства обиды, вот такой навязчивой, такое бывает у многих, бывает и подсознательное такое ощущение. У меня такое было, я тебе говорил, я когда-то в детстве тебе что-то не так сказал, а потом переживал, а потом тебе через много лет говорю, извини, пожалуйста. А ты говоришь, папа, ты по этому поводу переживаешь? Я говорю, конечно. А ты говоришь, да ты не беспокойся. Ну так. Нет, я сказала не так. Я сказала не так. Я сказала, не беспокойся, но я сказала, что я даже не помню этого, а ты переживаешь. Ну потому что я папа. Да, потому что жизнь идет, и мы сталкиваемся с другими проблемами, появляются какие-то другие трудности, мозг переключается на что-то другое. Поэтому мы забываем то, что когда-то кто-то что-то сказал не так. И концентрация внимания у человека всегда на том, что преобладает. Это не преобладало у меня, то, что ты как папа что-то. Потому что ты как дочка, естественно, жила, как говорится, сначала, и тебе казалось все, что ты постигаешь, что это все вновь, а я это уже все прошел. Ну, короче говоря, это такое вот. Ну, это классические, как бы, вопросы Конечно. отцы и дети, поэтому ничего тут И такого сейчас нет. маленькие дети тоже растут, и им все вновь, и они вот думают, что они первооткрыватели. Да, и вот когда тут выходят вдруг такие взрослые люди, ну, особенно как я, как прадедушка, и ты как бабулечка моя любимая. Да, Ты хорошо выглядишь, между прочим. ой, так приятно, когда после рабочего дня говорят такие слова. Спасибо, папа. Ну, ты, конечно, ты обязана хорошо выглядеть. Да, это я показатель своей работы. Ты ключи знаешь с детства, и поэтому ты обязана хорошо выглядеть. Но Я я его не знаю, я его развиваю для себя тоже. Давай так. да. Я его как бы совершенствую под себя, поэтому есть что. Правильно. И каждый участник вебинара у нас получит критерий, уникальный критерий, с помощью которого подберет себе те действия, которые синхронны текущему состоянию в моменте, сразу снимают стресс и выводят на состояние глубочайшей душевной успокоенности и безмятежности, в котором воспринимается вот эта уверенность. Уверенность в освобождении, уверенность в разгрузке от всех вот этих обид и комплексов. Нет, это здорово, Хасан Я Магомедович, это хочу действительно. сейчас об этом не продолжать, потому что Да, ты на лучше. связи с видео в Зуме это будет конкретно, практически полезно и реально для каждого участника вебинара. Вот сейчас то, что я буду рассказывать, это к чему? О, Потому это что каждый однозначно. слышит, как он понимает, а там он увидит и получит полезное. Да. Однозначно. Только добавь, пожалуйста, что ты туда привносишь новизну в виде образных практик. Ну да, я примеры привожу, ну И чтобы быстрее просто, чтобы те, понимали. которые люди у нас бывают постоянно, не думали, что там будет опять то же самое. Там то же самое не бывает как бы все время и У нас постоянно. всегда А новое. сейчас Хасан Магомедович тут блеснет. Он нам вдруг Не, ты покажет. тоже блеснешь, ты тоже блеснешь. А в Я следующий имею в виду, раз что это будет неожиданно. Лена пригласим в следующий раз.
А ты знаешь, что-то ты молчишь про мой А корабль. я сказала, шикарная картина внутри себя, и до сих пор не могу это сказать вслух. Как всегда, все, что мне нравится, я говорю, что это моя картина. Извините. Я что могу сказать? Ну, я могу Классно. И обрадовать. чаечки там вообще. Ну, Думаю, я люблю, когда главный ты эксперт пейзажи, моря, твоя, цветы значит. рисуешь. Да. Я Да. тебе хочу сказать, что вот эту картину я сделал тоже благодаря ключевому состоянию уверенности, что я сделаю картину. Вот она у меня не получалась, не получалась, а потом я вызвал у себя это состояние нуля, ключевой уверенности. И за 2 вечера дописал, и она стала вот такой. Классно вообще, Теперь классно. всем нравится. Классно, Теперь я боюсь здорово. писать хорошие картины, потому что все забираешь. Я их не... Ну, они все у тебя. Они, как говорится, Я же в шутку подписаны, говорю. что они мои. Да, ну... Я счастлив, Конечно. что тебе нравится. Конечно. Ну, с Давай, новым выпуском. Шерик, мы на этом сегодня. Нет, давай все-таки мы скажем, что мы будем говорить и показывать практики, чтобы снимать излишнее чувство вины. Эмоциональность эту излишнюю, которая людям не дает возможности спокойно жить, и люди не понимают, насколько чувство вины отрицательно влияет на их жизнь. Это влияет на выбор, на принятие решений, да, на выбор людей, которые рядом находятся, на выбор работы. То есть это везде прям, знаете, вот так вот распространяется. Конечно, это чувство надо тормозить и с ним работать. И плюс, конечно, наши комплексы. Я бы сказала, что комплексы – это хорошо, но хороши комплексы те, которые приносят пользу. А те, которые не приносят, я покажу практику, как их убирать и заменять на те комплексы, которые, в принципе, помогают в Важный момент. поставленных целях. Да, делать некую замену. Да. Это тоже очень важно. Люди могут годами ходить к психологам, чтобы свои комплексы прорабатывать. А мы не то, что о них не будем говорить, мы сразу покажем, как одно менять на другое. Как всегда, мы первые в плане скорости, практик, количества и результатов. Иначе нас бы давно не было. Ну это понятно. Это понятно. Это даже не обсуждается. В курсе, кто мы такие, он понимает сразу. Слушай, я что тебе хочу сказать? Давай. У меня есть одна мысль, которую я хочу развить на этом вебинаре, потому что это поможет многим, если не каждому, то сразу, то 30-40% сразу, а остальным участникам на следующий день или через день, поскольку мы дадим домашнее задание и практику применения для выработки навыков. И вот у меня есть такая мысль, что может быть попутно вместе с тем, чтобы дать вот это понятие абсолютной уверенности, ключевой уверенности. Дело в том, что это используют и мощные изобретатели. Да. Потому что если, допустим, какая-то задача техническая, к примеру, не решается, точно тот же метод. Вот этой ключевой уверенности, если мы его используем на данном вебинаре для снятия чувства страха, тревоги, обид, комплексов, то можно использовать для снятия барьера, для снятия психологической стены между тобой и прекрасным решением. Вот эту стену снять и найти решение вопроса, над которым изобретатель бьется. Но это изобретатель не только может быть технически, это любой человек может решать какой-то вопрос и не может до него достучаться, до этого понимания, как же его решить, и может использовать вот эту ключевую уверенность. Обязательно. Это везде пригодится и в отношениях, и в развитии, и да, везде, где угодно. Да, Да, поэтому это классно, классно. теперь, чтобы не подумали, что мы только рекламой занимаемся. Но это же не реклама, мы рассказываем, что мы будем дорабатывать. Информацию, правильно. Поэтому, чтобы не подумали, что мы только рекламой занимаемся, а наш каждый выход всегда полезен. Об этом я убедился всегда из сотен и тысяч комментов, которые позитивные мне пишут, благодарности, и тебе пишут. Пусть каждый вот сейчас, который смотрит этот ролик, вспомнит вопрос, который он вместе с этим чувством виноватости, обиды какой-то, тревожности хотел бы решить. Да, Пусть классно, вспомнит, кстати. а после вебинара он и решит этот вопрос. Итак, друзья,
Собираемся на вебинар в 20 часов 2 марта. Завтра уже. Завтра, кстати говоря, Кстати, уже завтра, оказывается. день рождения Влада, кстати говоря, да. Да, надо нашего Влада. Так что мы нашего Влада поздравляем с днем Нет, рождения. еще не поздравляем, еще не наступило второе число. А ну, заранее Заранее поздравляем. мы... Да. Так что давайте, друзья, собирайтесь и думайте. Будет интересно. Да, над вопросом, который хотите тоже попутно решить. Это как называется бонус. Да, бонус, бонус. Ну, Мало как того, что это? от чувства вины поможем избавиться, поменяются комплексы, которые тормозят развитие и ну, достижение цели, так еще и будет решен вопрос, который давно не решался. И Так все что... будут получать скоро будут получать фотографии с такими прекрасными картинами. До встречи, друзья. Да, всем до свидания, А то всем Шейла пока. заберет все картины у меня и ничего не.